2011 год, Ford Explorer. Мотор работает отлично. По передней части побит бампер, побита решетка радиатора. Лампа целая. С пассажирской стороны лампа также целая. Железные диски, резина передняя нормальная. По пассажирской стороне двери побиты. Здесь вот шпаклевка лежит. Задняя резина плохая. По задней части все целое. Небольшие сколы и царапины на заднем бампере. Плохая резина сзади. С водительской стороны двери целые. Здесь вот дверь немного помята. И небольшие царапины вот здесь. Передняя резина нормальная. Побито зеркало немного. По салону все подушки безопасности на месте. Так вот выглядит карта дверей. Пробег 212 тысяч. Горит чек энжин. Стеклоподъемники все четыре работают. На этом все. Всем пока.